Так, и всех приветствую на нашем канале. У нас очередная одна такая вот неизвестная посылочка сайта AliExpress. Сейчас вместе с вами будем смотреть. Очень долго не могли на почте определить, потому что продавец указал мой номер квартиры в отдельной строке, потому и на почте и запутались. Может, это одна из тех посылок, которая нам не пришла. Может, раньше, а может, эти, что мы ждем сейчас. Так, не забываем подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Так, сейчас мы здесь аккуратненько. Так, что-то у нас тут такое со шмяканой. Сейчас мы здесь посмотрим, что у нас тут такое вот. А, алмазная вышивка по коробочке. Ну, шмяканая, что капец. Так, диамантовая вышивка. 5D написано на коробочке. Вот такая вот. Шмяканая, перешмяканая коробочка. Надеюсь, внутри там ничего. Так, ну что ж. Скрываем. И смотрим. В прямом эфире. Смотрим. Так, вот такая вот тут у нас коробочка с пинцетиком. Со всеми приблудасами. И вот такая вот маленькая картинка. Маленькая волки здесь должны быть. Такая вот у нас картиночка. И вот здесь вот такой вот у нас, как бы сказать, алмазы. Сейчас мы быстренько так вот откроем и посмотрим, сколько у нас здесь цветов. По картинке у нас здесь 18 цветов на каждой. Ой, такое все квадратненькое. Нам перед этим приходил кругленькое, а этот квадратненькое. Так, на каждой упаковочке у нас написан номерок, который, надеюсь, соответствует вот этому номерку, что здесь. Вот. Ну, что можно сказать. В этом тут у нас идет такой вот специальный. О, еще запасные пакетики нам положили. Так, специально такой вот, какая-то клейкая, что сюда вот в эту ручку вставляет. Не вставляется она. Так вот делается, сейчас мы покажем. Объяснить лучше один раз показать, чем. То есть прямо здесь, вот так вот туда вот. Вот это вот какой-то пластилин или что. И вот так вот сюда насыпаем. В этот вот корыто насыпаем алмазики или камень. И вот так вот надеваем сюда и сюда. Так, потом покажем, что у нас получилось. Картинка, я честно говоря, думал, что будет побольше. Она оказалась это небольшая. Такой вот пинцетик. Обычный пинцетик. Специальная ручка. Здесь какой-то вот такой штукенцы для чего-то, не знаю. Это рыться. И пакетики запасные. Если вдруг, я так думаю, то порвется. Очень хорошо, что здесь, конечно, все подписано. 5 номер. 1 номер. Ну, правда, упаковка желает быть лучшей. Ну что ж. Вот такая вот у нас небольшая посылочка сайта AliExpress. Подписываемся, ставим лайки. Будем с вами прощаться. До новых встреч с новыми посылками с сайта AliExpress. Всем пока.